Слава тебе, Боже, да слава тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 января. Преподобно-мученик Ануфрий, в миру Матфей. Родился в Болгарии, в селении Габрово Терновской епархии. Матфей получил хорошее образование, но земным благом предпочел служение Богу и ушел на Афон, в Хилиндарский монастырь. Здесь он принял иноческий постриг с именем Монассия. Но даже суровое подвижничество монаха Афонской горы не вполне удовлетворяло строгого к себе инока, и монастырь решил пострадать за Христа. Желанием этим он поделился со старцем Никифором. Старец постриг его в Химу с именем Ануфрии и дал наставление, отправил с иноком Григорием на турецкий остров Хиос. Там преподобный мученик Ануфрий открыто исповедовал христианскую веру, за что был схвачен и предан жестоким мучениям. После истязания его обезглавили и бросили в море 4 января 1818 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.